селе Гагатли Ботлихского района состоялся республиканский маджилис, посвященный 220-летию со дня рождения имама Шамиля, августовским событиям 1999 года в Дагестане, а также укреплению дружбы народов Северного Кавказа. В мероприятии приняли участие глава Ботлихского района Магомед Патхулаев, заместитель муфтия Республики Дагестан Ахмад Кахаев и ректор Дагестанского исламского университета Мухаммад Абдулаев. События конца 90-х в республике навсегда останутся в истории нашего государства как пример героизма и любви к своей родине. Тогда дагестанцы доказали, что не намерены продавать свои истинные духовные ценности и не прогнуться под вражеским натиском врага, навязывающего ложную идеологию. Эти события невозможно забыть, и даже спустя 18 лет в нашей республике отдают дань уважения тем, кто в тот год давал отпор врагам. На земле Ботлиха был приостановлен враг мужеством дагестанцев, чеченцев, ингушей, русских солдат. Был остановлен, остановлена вся эта братоубийственная, вот, никому не нужная, кому-то очень нужная, но народу не нужная такое нападение. Каждый, кто живет, наверное, на этой святой земле, в этом районе, на этой Андийском земле является, внутри он является героем. В своем обращении заместитель муфтия Дагестана Ахмад Кахаев отметил, что только братские отношения между верующими нашей страны смогут уберечь в дальнейшем от того, что произошло в августе 99 года, что только сплоченными, связанными братскими узами наши народы будут крепки и никому не будет по силу их разъединить. Имам Газали, рахмахуллах, в своей книге «Ихья улюмуддини» говорит о том, что когда наступит судный день, когда люди, обитатели рая, войдут в рай, тогда они увидят издалека в раю особое место. И тогда эти обитатели рая, они будут удивлены, они будут сильным желанием вот, оказаться в раю и будут спрашивать, а для кого же Аллах Субханаху ва Тааля создал особое место в раю. Тогда имам Аль-Газали говорит, что эти обитатели рая получат ответ такой, что Всевышний Аллах в раю уготовил особое место из уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, лишь для тех людей, которые сохраняли братство и единство. Также в мероприятии приняли участие представители делегаций из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Осетии, именитые спортсмены и участники народного ополчения 99 года. В своих обращениях все выступающие говорили об исторически сложившихся тесных и братских взаимоотношениях народов Кавказа, наследии предков и братстве кавказских республик. Участникам мажлиса были вручены памятные подарки. Хотим, значит, такие же подарки вручить и представителям муфтията. Первый подарок, значит, Абдуллаеву Магомед Хаджи. Стоит отметить, что подобного рода мероприятия в селе Гагатли проходит впервые. Его посетили жители со всего Ботлихского района. Закончился маджлис молитвой о мире и процветании в нашей стране. Абдулла Алиев Джалмагомедов, Ибрагим Абдуллаев, телеканал ННТ, Гагатли, Ботлихский район.